семье эмира Дубая не все гладко. Жена Мохаммеда ибн Рашид Аль-Мактума, принцесса Хая, решила расстаться с мужем после 15 лет брака и сбежала от него. Сейчас она с детьми, сыном Заедом и дочерью Аль-Джалилью находится в Германии и надеется получить официальный развод. Также Хая взяла с собой 40 миллионов долларов. Эмир Дубая обратился к властям Берлина с просьбой выслать семью обратно, но местные политики, предоставившие принцессе убежище, отказали в просьбе. Согласно последним данным, принцесса находится за границей уже несколько месяцев. В последний раз ее видели с мужем минувшей зимой. Принцесса Хая подала на развод и сбежала от мужа в Германию. Фото Лиджин Медиапока. Не сообщается, что стало причиной недомолвок в семье Мохаммеда ибн Рашид Аль-Мактума. Ясно лишь одно: Хая опасается за свою жизнь и безопасность детей. Кроме того, она ничего не хочет слышать о влиятельном супруге. Произошедшее многим напомнило трагическую историю с дочерью правителя Дубая от другой жены, которая без вести пропала. Латифа бинт Мохаммед Аль-Мактум решила покинуть страну. По словам девушки, виной тому жестокость отца. Она не раз совершала побег, один раз за это Латифа поплатилась свободой. Ее заточили в арабскую тюрьму на 3 года, где над ней издевались с позволения родителя, регулярно избивали и содержали в антисанитарии. Либо я уже мертва, либо все плохо. Принцесса Дубая пропала после неудачного побега от отца. Если вы смотрите это видео, я либо уже мертва, либо все очень плохо. Впервые о побеге я задумалась после того, как из дома сбежала моя старшая сестра. Тогда мне было 14, и она была для меня как мать. Она хотела свободы, хотела сама путешествовать, водить машину и наслаждаться жизнью, рассказала девушка. Что на самом деле случилось с непокорной девушкой, остается только догадываться. По материалам The Sunclass Post 660 490 подписчиков.